И всем привет, с вами Неон и Андре. Да, всем привет. Это скилл-тест У на нас... ариновских тачках, но мы почему-то на Камачо. Да, ну, Камачо, знаешь, тоже И у можно нас звезды. парениться. В смысле, у нас звезда? Ой, нас ищут, нас розыск. А подожди, а почему у меня звезда? У меня же есть этот. У меня тоже. А почему у меня не это? А почему у меня не прокачан? Да, а, это, наверное, чтобы не пихались. А в меня стреляют, в меня стреляют, слышишь? У меня чекпоинт не взялся, он что-то... А почему в меня стреляют? У меня же есть этот, база. А в тебя не стреляют? Блин, не прокачанные тачки, жалко. У меня почему? Да. Не, в тебя почему не стреляют? Объясни, меня стреляют. Пожалуйста. Блин, я упал. Это видно раньше... Мысли. А, ну у меня ареновская, в смысле... А, мне мы на военной равно... базе, ну все понятно. Не, ну в смысле, на военной базе, если у тебя есть военная база, на тебя не должны нападать. У меня тоже есть. Ну вот. У тебя не. У тебя, да. Видно, похоже. А, отменили эту фигню. Знаешь, как раньше было прикольно проходить скилл-тест на какой-нибудь Осирисе здесь. Ага. Камушки. Они в тебя стреляют. Кстати, тут есть такой прикол. Если ты убьешь кого-то из этих чуваков, да, у кого оружие, у него может остаться оружие даже в обычном режиме. Не в GTA, а вот просто в машинном, безопасном. Да. И если ты его поднимешь человеком, то все. Но ты можешь, да, вот в обычном режиме стрелять. Да, ты серьезно? Я ж почти приехал. Обидка, обидка, обидка. Едешь, не доедешь. А, подожди, а как ты напрямую упал? Тебе должно быть стыдно. Камушки. А, это камешки, ладно. Тогда ладно, тогда можешь не стыдиться. Что не стыдно, то безобразно. Такие звуки недовольные. Ра-ра, какой-то ра-ра-ра. Вот идет дым от этого, от трубы, а мне все время кажется, что это якобы, знаешь, горит. Я тоже. Да почему но я это падаю? Нет. Ой, слушай, а тут какая-то хрень, мне надо назад ехать. А ты спалишься тогда? А то назад надо ехать. Я застрял, ну почему? Серьезно? Левитируй, левитируй. Она не левитирует. Не, слушай, они меня сейчас убьют. Я лучше отреспавнюсь. Тихо. И на фул скорости тебя... Нет, не буду. Ты уже тут. В смысле? А, ковш? Это что сейчас за прикол? Мистер ковш. А, понятно. Мистер ковшев... Ковшик все отмыл. Ой, привет. А, минус колесо у меня. А это нормально, это же ареновская тачка, она должна ломаться быстро. Это же логично. Очень. Не, тема с копами, конечно, прикольная. Ну, потому что мы на военной базе, но мы уже не на военной базе. Извините. Вот именно, все. Все, у нас звезды и минус. И мы на бетон нашел. Ага. А почему не это, не... О, я могу тебя сжечь. А, не могу сжечь? А я не могу даже это поставить. Она не ставится и не прыгает. Хотя это моя прокачанная, по-моему, да? Нет. Нет, тут не прокачанная. А что, не прокачанные тоже такие красивые могут быть? Да. Это вроде кошмар раскраска. Ну, вид. А я был уверен, что я сейчас буду тебя это как-то... Я тоже хотел тебя убивать. Ты будешь взрываться. Ну, типа, кто первый, тот и решает, кто взрывается. Жаль. Да. О, минус звезды. Увы. Все хорошо. Это все? А, нет, 71 секунд. О, вертолетик. Ой, нифига какой вертолет прикольный. Ой. Наверное, надо не так лететь, как я. А зачем я в эту штуку залез? В нее было не обязательно. Да? А где? Чекпоинт не делись. Наверху. Я как-то не так летаю, мне кажется. Что? Где наверху? Мы поедем. Вот он, на плюшке. Вертолет только без этих. Без смысла. Да, я знаю. Это что такое? Бессмысленный вертолет. А, это дрифтучка. А, ну тут широкая это, ну, нормально. Он дрифтит.
У меня хотя бы красный. Ну как она ездит по волрайдам? Ой, она отлипла, она отлипла, она отлипла. У меня не отлипла. На разгоне, на фул разгоне, под читами, с определенными этими, клавиатурой. В смысле читами? Не знаю, говорю, что первое приходит на ум. Она, кстати, не туда-то поехала, ты в курсе? Нет, тут чекпоинт стоит. Блин. Я хотел психологическую атаку на тебя создать. Ну теперь я назад на тебя еду. Блин! Ты куда? Блин, меня занесло. Тебя занесло? Да. Меня вообще кто-то сбил там. Ну, наверное, у меня какой-то трафик, да, оранжевый цвет. Вряд ли это ты, это скорее всего трафик. Да. Ты бы не стал меня сбивать правильно, а трафик бы стал, все логично. Боты вообще плохие. Опять я отлип. Они вообще не люди. Да. Я отлипаю постоянно. Что такое? Дай мне немножко липучек. Жвачку, липучку. Фу. Или конфету, вонючку, что-нибудь. Дай, держи. Спасибо. Посмотрим. Китайское барахло дал или полноценное, что-то ценное? Ну, может, сначала я проеду, а потом ты? Нифига себе, ты буганулся. Я вылетел, а ты нет, да? А ты не вылетел, да? Давай сначала я еду, проеду, а то мы так никогда не проедем. Да вначале я как бы проеду, а то все-таки ты как бы первый, а первые должны уступать младшим, старший уступает младшим. Так, люди, я не включил запись. Все за ноги. Блин. Не едешь, а падаешь, ладно. Он не включил запись, поэтому я тоже с ним поеду. А ты где? Ты че падаешь сразу? Нет, давай, красный. В салочки, ты водишь, я сзади. И хоть быстро. Мужские погони. Чего? Да. Мужские погони. Да. Как отличить фейковый чек от настоящего? Ты там что-то говорил. Я говорил буй-буй-буй, потому что интернет сказал, иди ты отсюда. Нет, как отличить фейковый чек от настоящего? Фейковый вроде... Не знаю. Ты говорил, что-то черный ореол там больше или что-то такое. А, рамка синяя. Типа на миникарте можно увидеть. Ты говорил. Да, вроде рамка синяя, но тут не было рамки синей. Да, вот поэтому я что-то как-то это. Знаешь, тут трубы какие-то. Не водопроводные. В смысле, а второй? Ты что, проехал? Да. Я, видно, недооценивал. Блин. Твою мощь. Твои скиллы, твою силу. Да. Ты снова пьешь. Вот, а ты спавнился из-за... Здорово. А, в смысле, ты сзади. Блин. Оказался? Блин, ну, только красиво сфу. Знаешь, когда вначале обрадовался по скиллу, да. Вот так вот красиво делаю, но некрасиво. А ты тут второй раз упал, что ли? Да, красное зло. Красная подстава. Я же красный, я должен проехать красный. Ну а я оранжевый, тут нет оранжевого, они должны меня как это, как гостя принимать. Особенно. Они меня не принимают. Да. Можешь справа попробовать объехать. Я цветом солнца, а солнце, жизнь, есть все. Без солнца даже этой фигни бы не существовало. Без солнца не было они бы солнца. Они это не уважают. Да. Я проехал. А без солнца второго? Без солнца не было бы луны. Это было бы просто космический объект. Без земли бы не было луны, так что. Да. И земли не без было луны. Бы песка, не было бы луны, да. Стекла. Песка. Стекла, да, не было бы стекла. Не было бы луны, не было бы стекла, все логично. Если вы не поняли, да, значит, вы плохо учились. Это же не мы глупости говорим, правильно? Ну, все понятно. У нас образовательный канал, мы говорим только правильные все вещи. Что это такое? О-о-о! Я забыл, как эта тачка называется, но крутая. Солнце, луна, земля. Ай! Ай! Не хочу падать. А, нифига она легко это проезжает.
Даже если сзади тебя кто-то пихает? Нет. А тебя сзади никто не пихает? Ну конечно, сзади никто не пихает, конечно, изи проехал. Нет, я пошутил, пошутил, ехать вперед. Я говорю, посмотри вперед, пожалуйста. Там очень зеленая фигня есть. Да, и чё? Ну ты понял, чё? А-а-а! Так что это... Я думал, ты решил пошутить. Нет, она слишком быстрая, чтобы... А я думаю, что так легко-то проезжается. А вон такой, смотрю, о, бустер. Там зеленая фигня. А я смотрю на чекпоинт, думаю, где возле чекпоинта зеленая фигня? Я подумал, невидимый трамплин какой-нибудь. Такой звук, как, знаешь, под дождь по этому, по... Дождь, да. По металлу. Да. А, бустер, невидимый. Ой. Ай, давай быстрее. Давай быстрее. Давай быстрее. Давай, у меня тормоза не работают. Ну-ка, я не хочу падать. Я не хочу падать. Да я, не... я по тарелкам еду теперь. За что? Я же тебя не столкнул в итоге. Почему я упал? Я же толкаюсь, меня я же падаю. Я толкаюсь, я падаю. Это несправедливо. Гармонично. Жизнь работает не так, насколько я знаю. Но оказывается так. Макраме существует. О, я думал, застоишь. Тарелка, сейчас покушаем суп. Из машины. Ой. Я тут, конечно, из Макдональдса. Хочешь супчик из Макдональдса куриный? Конечно, хочу, потому что у меня нету Макдональдса. А у меня нет супа. Ну, суп есть у меня, только не из Макдональдса. А. Ты чё? Ты чё падаешь? А если бы ты на меня упал, мне, я бы совсем мёртвый стал. Ты бы испугался. О. Да, ещё 70, ещё много чекпоинтов, короче. Да, ты как-то медленно едешь. Короче, очень долгая карта. Она легкая, но очень долгая. Да. Так, здесь надо разогнаться. А то у меня прям милипусечки. Да, там в конце, скорее всего, будет человек в 20 вместе. Потому что, если посмотреть, мы, в принципе, все прошли. О, долетел. Там мы почти все элементы прошли, если посмотришь. А ты в прошлый сейчас раз не будет, долетел? Сейчас будет, знаешь, этот... Да, не... я чуть-чуть прям не долетел. Сейчас будет телепортажка, и сейчас миллион чекпоинтов, да? А, нет, тут это... Тут горы. Миллион... А, да, миллион чекпоинтов, да, я вижу уже подряд. Бургер хат? Я сосиска красная. Чего ты сосиска? Красная. А. Мне показался глагол. Так. А. О, во. На AC классике это... Спираль. О, ну это классика. А, ну и легко. Изи. Это изи. Она так же полноприводная, что? Когда да. она. Ой, теперь я. О, все, чипсы. Ой, ржавое ведро. Так чипсы это ржавое ведро, ты уж определись, у тебя тут там все. Сначала были чипсы, потом ржавое. Да, миллион чекпоинтов, представляешь? Подряд. Ты угадал. Ну, обычно так делают. Никто не будет делать длинный скилл-тест. Как много чекпоинтов подряд. И Катя, как я быстро проехал 40 чекпоинтов. Да вообще не говори, это скилл называется, скилл. А тут нет чипсов, ты чё, все сожрал, тут все пусто. Диска, ты обещал чипсы, а тут пустые банки. Так, телепортажка. Ты бы хоть оставил мне чуть-чуть? Нет. Ты финиш взял? Это оно само. А, можно было просто понизу проехать, а я прыгал тут. Да уж. Давай, у меня челлендж не успеть. Мой челлендж называется не успеть. Давай, мне надо не успеть, не успеть. Я думал, там просто будет машина, а там сразу телепортажка. Я не успел затормозить. Давай, челлендж не успеть, челлендж не успеть. Да, я не успел, отлично. Офигеть. Всё. 19 минут. Это было сложно, но я справился. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Нилан и Андрей снова. Всем покеда.